Это моя установка в полном сборе. Да. Покажи, как действует. Действует вот так. Минуту надо включить. Что никто не смотрит? Ну, они там смотрят. Это как прикрепляется? Подожди, сезон еще не начался. Что как прикрепляется? Или сюда. Оставьте кнопку сделать. Миграция идет в направлении на север. Как хочется стульчик. Стульчик. Плиз. Стульчик. Плиз. Хорошая штука. Это Сигма 150, да, я правильно понимаю? Это Сигма 150. У меня есть 105-ка, у меня есть 60-ка никоновские. Причем это был первый, те были потом. И я вернулся к этому. А вот это что такое? Выручает очень сильно рабочее расстояние. Это моя головка. А, понял. Вот эти штуки мне нравятся. Председательный приемный час. Эти штуки бесподобны. А почему здесь нету фольги, чтобы свет шел туда? Наоборот, здесь стоит поролон, чтобы света было как можно мягче, как можно мягче. Часть уходит сюда, часть отражается. Да, и вспышки стоят на 1/20 мощности. Это исключительно заполняющие обволакивание, это не освещение. Я понимаю, просто его надо смотреть. Они мануальные стоят? Да. Это хорошо. Да. Они стоят в мануале. Это уже нормально. Потому что ТТЛ даст... Игорь, покажи еще раз действие. Как ты ей пользуешься? И все? Да, приводится... Отдвигаешь, как это самое? Зажигается от вспышки аппарата. Есть, кстати говоря, к этим вспышкам продается экран, который ставится в салонские вспышки. И эту вспышку заслоняет. Такая очень интересная штука, которая всех вызывает... Большое любопытство. Заслонка для вспышки. Ну, у меня фрикцион чуть ослаблен сейчас. Нет, чтобы она не плюнула. Ну, я и так не пользуюсь, потому что есть кольцо, поэтому я поворачиваю на кольце. Вот это крепление вот этих вот частей. Крепление этих частей – обыкновенные липучки. Не обыкновенные, но липучки. Я сейчас сниму. Не, подожди, не снимешь. Да сниму. Нет, тут есть замок. Да я знаю. Я же его хотел открыть. О, спасибо большое. Хорошая липучка. Что там, замок покажи. Это липучка, да? Они вот сюда, да? Угу. Вот сюда. Ну там липучки. Чуси. Я таких липучек и не видел в магазинах. Работа даже может поставить. Это там, где ткани, да? А таких липучек у нас нет. Это чистые комнаты такие. Это пластик, чистый пластик. Пластик. Верошка. Какая красота. Липучки одинаковые, то есть это мама и папа совершенно одно и то же. Игорь, закрой, пожалуйста, дверь. Извини. Пересвет. Какую-то штучку крутишь, чтобы поворачивать фотоаппарат? Сам. Очень хорошее по качеству. Скажи? Да, очень хорошее. Сейчас я поставлю это. С этими липучками меня Илья познакомил. Кстати говоря, я обязан сказать, что идея вот этих рассеивателей – это изобретение Лемара. Вот так? Я просто Илья, придал им, патентовать. Я придал им, так сказать, конечный вид, у него они несколько иначе выглядят, но идея это его. И я увидел, сделал. У меня эти вспышки откровенно спрятаются. Чаще всего я подсвечиваю вручную, а так я не использую. Мне кажется, скромно, скажем, откровенно спрятаются.
Мираж, ну выходи из хоровода. Не мешай. Ну, такое дело. Не мешай. Я же жду. Самое печальное оказалось сильный мороз. Когда я вышел на дачу, допустим, там были зимние. И было минус 15. Ну ладно, там на России, я понимаю. У меня подпадали все липучки, где только были. Пленочка с фотоаппарата, заклинный экран, все эти липучки с России. Да, да. У нас, нет, это уже, там, у нас минус 15 не бывает. Пришлось потом взять и все прострочить обычной ниточкой на швейной машинке.